Анна Шумилова, Дьяченко, тренер Саши Солдатовой, и выводит на ковер главный тренер российской сборной Ирина Александровна Вина Русманова. Давай, Саша. Алла Пугачева, «Не отрекаются любя», так называется композиция, которая будет сопровождать упражнение Саши. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются любя. Спасибо, Саша, спасибо большое, умница, великолепная амплитуда, великолепная хореография, великолепная композиция, изумительно отработанная, да, и ни одной гимнасткой, очень много Ирина Александровна Винер работает над выразительностью девочек, каждого жеста и так далее. Такая, ну... Честно говоря, трудно говорить, потому что перехватывает голос. До слез прекрасная композиция. Да, Ирина Александровна ей говорит, что тут все-таки у нее был момент, где ей что-то не удалось. Причем ее фирменный такой элемент. Да, но никто этого не заметил. Вот до пробега с лентой вдоль по диагонали ковра сродни пробегу Галины Улановой в балете «Ромео и Джульетта». Вот он, этот пробег. Мне кажется, даже Саша подпевала немножко в начале упражнения. Чудесно. Это учитывая, что в мае месяце она получила травму, что она не выступала какое-то время, что она проходила реабилитацию в тренировочном лагере в Хорватии, восстановилась и радует нас своим появлением на чемпионате мира. Поздравляем. Прекрасная работа, Ирина Александровна. Бесподобно. Представить только этого